Нарушителей порядка стало больше. В 2019 году на территории обслуживания местного управления МВД зафиксировано 3500 преступлений. Более трети из них составляют кражи чужого имущества. Эти и другие криминальные итоги года правоохранители подвели на общем совещании. Оперативную обстановку удалось удержать под контролем. Такую оценку своей работе дали сами правоохранители. Определенные успехи в их деятельности есть. Удалось добиться снижения числа грабежей, разбойных нападений, краж транспортных средств. В 2019 году достигнуты положительные результаты по выявлению экономических преступлений. Плюс 2,6%. В том числе тяжких и особо тяжких. Плюс 23,6%. Совершенных в крупном и особо крупном размерах – плюс 30,2%. Должностных преступлений – плюс 78,6%. Фактов взяточничества – плюс 75%. Есть и поводы для беспокойства. Полицейских настораживает рост числа преступлений против личности. В 2019 году чуть больше, чем на 9% выросло количество убийств и фактов причинения тяжкого вреда здоровью. Зафиксировано 11 изнасилований. Это в два раза больше, чем годом ранее. На территории обслуживания Ухтомского, Малаховского и Табилинского отдела полиции совершено по 5 убийств. На территории обслуживания Малаховского отдела совершено 10 фактов причинения тяжкого вреда здоровью. На территории Дзержинского 9. Это наибольшее количество среди подразделений. Правоохранители довольно успешно работают над раскрытием этих преступлений. Так, в 2019 году раскрыты все изнасилования, 95% случаев причинения тяжкого вреда здоровью и 78% убийств. Дарья Борисова, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.